Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я Бахрамова Гульнара Табиатовна, учитель школы Крупской города Жаркент. Хочу показать свою работу в системе Кунделик. Для этого я во вкладке журнала захожу в 9 Б класс. Английский язык. Выбираю свою подгруппу. На 26 число мне нужно прикрепить КСП на этот урок и маршрутный лист для учащегося. Для этого я в файлах выбираю КСП на этот урок и загружаю его. Вот он загрузился. И теперь в поле «Добавить ТЗ» я представляю галочки «Требуется проверка», «Требуется файл с результатом». И в описании домашнего задания я прописываю упражнение на этот урок. И прикрепляю маршрутный лист учащегося. Он у меня находится на рабочем столе. И выдаю домашнее задание всем учащимся. Вот домашнее задание выдано всем ученикам. Далее возвращаюсь на страницу урока для того, чтобы изменить тип урока. Ответ на уроки я меняю на дистанционный урок. И обязательно сохраняю. Далее я опять возвращаюсь на страницу урока и добавляю формативную отметку для того, чтобы я могла проставлять баллы учащимся за их выполненные работы. Вот теперь у нас появился дистанционный урок и формативная отметка. Далее проставляется галочка о том, что урок проведен. И вот здесь у нас появилась формативная отметка, где я могу выставлять баллы, и комментарии к уроку каждому учащемуся. Теперь я хочу показать вам, как мы проверяем домашнее задание. Для этого я захожу на предыдущий урок, на 24 октября, и захожу в ТЗ. Здесь я вижу, что некоторые учащиеся уже прикрепили файлы, они у меня синим цветом на проверке выделены. Есть ученики, которые взяли работу, но еще не отправили файлы, они в работе находятся, их задания. И есть учащиеся, которые не взяли еще домашнее задание. Как мы проверяем домашнее задание? Для этого я нажимаю карандаш. Здесь ученик прислал 3 файла, хотя бы вот посмотрим один из них. Вот учащийся прислал работу свою. Я проверяю эту работу по дескрипторам для этого урока и оцениваю ее. Далее, если ученик хорошо выполнил, я могу ему написать комментарий «Отлично». Или если какие-то есть у него ошибки, я сюда тоже могу все это ему написать и отправить. Вот здесь мы в этом поле можем проставлять оценки учащимся. На этом у меня все. Спасибо за внимание.